Мы находимся под Минском в экотехнопарке. Круглый год здесь проводят испытания новых транспортных технологий. Здесь же прошел 4-й экофест. Ежегодно его проводит компания «Струнные технологии». Она занимается развитием технологии Skyway – транспорта, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Мы хотим избавить города от пробок. Если мы уйдем на второй уровень, исчезнет такой фактор травматизма на дорогах. Во-вторых, мы можем попасть в труднодоступные места, куда не может попасть железная дорога, куда сложно долететь авиации или, например, невыгодно. Это горные, болотистые местности, это вечная мерзлота. Юнибус, Юникар, Юнибайк. Всего 11 моделей электромобилей. Среди них грузовой и пассажирский транспорт. Разные модели перевозят от 2 до 80 человек со скоростью от 150 км в час. Вот самый быстрый из них – новинка этого года. Его заявленная скорость – до 500 км в час. Технология направлена на значительное сокращение издержек за счет особенностей конструкции и увеличения скорости подвижного состава. А за счет чего, собственно, позволяем себе достигать высоких скоростей – это снижение потерь. Снижение потерь на качение за эту зону отвечает колесо, его специальный профиль. За основные потери это аэродинамика при высоких скоростях. За это отвечает специальная форма кузова. Самое главное это коэффициент сопротивления аэродинамического. Уменьшая сопротивление, уменьшаете потери в воздушную среду, вот, позволяет нам достичь такого результата. Анатолий Эдуардович Юницкий – изобретатель Skyway. С детства он мечтал о космосе, увлекался ракетным моделированием. Родился в Беларуси, в 73-м окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности инженер путей сообщения и следующие 20 лет посвятил изучению транспортных систем и проблем освоения космоса. Сегодня у него сотни тысяч единомышленников. 4 года проект Skyway развивается за счет средств инвесторов. Их почти 500 000 из более 200 стран. Я понял, что самое главное для скоростного транспорта – это аэродинамика. Если поднимем транспорт на следственную высоту, то аэродинамика получается в 2,5 раза. Потом, когда стал думать над рельсом, мы едем по дороге высотой меньше, чем рельс – 12 сантиметров. Так вот, вот этот рельс – это висячий мост. И оказалось, что это эффективнее существующих систем, и там все эстакад, ну, дешевле в несколько раз. За то же количество топлива мы в 10 раз больше перевозок совершенно. Я шел к этому несколько десятилетий, потом я осознал, что я придумал. То, что нужно человечеству. И тогда для меня стало главным вот это. Пока технологии тестируют. Сейчас под Минском. Еще один центр испытаний с прошлого года строят в Объединенных Арабских Эмиратах в Шарджа. А Министерство транспорта Дубая уже включило технологию Skyway в программу развития города. Власти одобрили строительство 15-километрового участка с 21 станцией.